Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в YouTube и моего сайта nadgar.ru по продуктам. Сейчас я делаю ролик для вас, постараюсь небольшим по новинкам, потому что действительно упустил я этот момент, очень много пришло товаров за последние месяцы, продуктов, а я так и не сделал видео. Итак, давайте начнем. Если нажать у меня на сайте на слово «новинки», на раздел, появится вот этот раздел. Всегда не меняя последнее время, на первом месте здесь стоит самый важный на сегодня, это набор грибных препаратов, трав, бактерии, например, пропионовых и вита, серебряной воды и других средств специальных, например, прополиса и прочее, да, значит, кремния вот, диатомита. Это профилактика любых ОРЗ, ОРВИ, гриппов, там, коронавирусов любых типов и так далее. Это мощнейшее укрепление иммунитета. Нажмете, попадете вот на набор, посмотрите, что туда входит. Посмотрите, как принимать описание. Здесь можно нажать на отдельно взятый, попадете на этот отдельно взятый товар, чтобы понять, что это такое. Ну, также здесь профилактика мер безопасности указаны. В общем, идем дальше. Второе. Это, конечно же, уникальный диатомит. Это диатомовые водоросли, древние отложения, которым миллионы лет. Отложения именно вот этих вот диатомовых водорослей, их панцири, и это есть чистый кремний. Значит, польза кремния я не буду говорить, вы все, наверное, знаете. Просто не то, что даже дело в пользе, необходимости. Ведь волосы наши как раз у многих выпадают из-за дефицита кремния и витамина D3. Вот, поэтому, ну, это только вершина айсберга. Ну, кремний это просто сказать, даже есть кремниевые формы жизни, что называется, и были когда-то у нас на планете. Насколько он важен сейчас, я в некоторых лекциях говорил и, вероятно, сделаю отдельно, потому что тут нужно рассказывать подробно. Смотрите, масло оливковое первого холодного джема. Вот многие недопоняли еще важность этого и вообще, что это такое. Есть такая вот Ольга, наша хорошая знакомая с моим другом одним. Она когда-то лет 20 назад за грека, там уже больше даже, замуж вышла. У него такие вот, скажем, семейные плантации на острове Тассос. Это уникальный остров, где растут оливковые деревья, некоторые из которых были посажены еще финикийцами, древними более тысячи и даже полутора тысяч лет назад. Соответственно, американцы делали замеры, составляли, скажем, состав, изучали этого масла, он уникален. И не только масло, а и, скажем так, самих оливок. У нас ведь есть оливки, маслины, имейте в виду, да, но это раньше продавали, это как бы не новинка. А вот это новинка в жестяных 5-литровых банках, емкостях. Только недавно, буквально недели три назад, мы получили это масло, вот растаможили наконец-то. Суть в том, что раз в несколько лет, сейчас она говорит, это лет 8 назад было последнее, такого вкуса, аромата, качества масла. Ну, это не то, что вы, греки, такого не пробовали. Итак, я очень рекомендую, очень рекомендую. Здесь кратко говорит, вот тут минуты прописаны, Ольга, о том, что это за масло и так далее. Вот здесь, кстати, вы можете видеть фотографии некоторых до 5 метров в диаметре и даже больше. Вот деревья, тут есть видео, там картинки вставлены. Хорошо, понятно, это я рекомендую категорически, имейте это в виду. Дальше. Смотрите, вот буквально на днях пришли 5 позиций. Это, наконец-то, сироп топинамбура с соком дикороса. Состав там указан, если нажмете. Конечно, да, касторовое масло, ну ладно, просто во многие наборы это должно входить, ну, когда человек занимается, например, очистительными практиками. То либо магнезия, как я говорю в своих лекциях, например, очищение голодания, либо касторовое масло. Уксус бальзамический. Посмотрите, из чего сделан состав. И главное, должны помнить, что в бочках от года до двух, в дубовых все это выдерживалось. Яблочное, медовый, яблочный, имбирный, причем это свои. Это мой товарищ, у него плантации. Вот конкретно яблок, этих данных, имбиря и так далее. Вот причем есть и классический по ГОСТу 70-х годов сделанный именно уксус яблочный, 6% из своих сорта шафран, яблок. Дальше, вот медная посуда долго, ну, не было, потому что предприятие маленькое, не работало моих коллег, потому что, ну, собственно говоря, из-за коронавируса. А вот, кстати, то, что полгода мы ждали. Вы, многие мои покупатели, писали об этом. Это сироп топинамбура брусничным экстрактом и с экстрактом северных ягод. Ну, то есть это вкуснятина, которую разводишь, и это аромат, ну, такого советского детства, как вот в томатах, и то, так сказать, это, ну, естественно, такого качества тогда даже не делали, ну, по понятным, собственно, причинам, многие ягоды, так сказать, княженика, они довольно-таки, ну, не то что редких, просто немного, и вкус и комбинации здесь изумительные, кто не пробовал, ну, тем более, что и концентрат, и цена небольшая, попробуйте, рекомендую, это безумно вкусно. Ну, разумеется, вот давно не было, и мы поэтому вот сейчас... Я опубликовал и об этом информацию, что майонез, их два вида, да, провансаль и обычный классический, ГОСТовский. Вот они есть. Естественно, веганские, понятно. Нажмете, почитаете. Вот, кстати, эру бактерии, которые, скажем, улучшают плодородие почвы, переработку органики, тоже завезли. Так, что еще я хочу сказать? Давайте я покажу приборы по воде.
Потом покажу еще кое-что. Есть еще пока структураторы, но уже мало осталось. Вот такой вот, кто говорит, ну вот маленький персональный генератор водорода, это все-таки маленький объем, 300 мл. А вот семья большая, там 100 раз времени делать нет. Ну вот есть генератор такой, как большой чайник, туда наливается, идет генерация. Посмотрите, да? Очень интересная и удобная штука в этом смысле. Пока нет аквапенов, но они будут скоро уже. Есть вот такой прибор корейский, довольно-таки хороший. Ну, конечно же, портативный стерилизатор, который является, ну, в общем-то, самым экологичным средством уничтожения вирусов, грибков, бактерий. Кнопку нажали, обычную воду налили, 30 секунд генерации, образуется ваш гидроксилорадикал, мощнейший свободный радикал, потом брызгаете, нажимая на кнопку сверху, на любые поверхности, ручки дверные, там, руки, кожу, это можно. И уничтожаются все грибки, вирусы, бактерии по причине того, что у них просто лопаются мембраны. Буквально за 5-7 секунд один японский институт, лаборатория, дала заключение, что это в 2000 раз быстрее озоновой стерилизации. Хотя, если бы было в 2 раза быстрее, это тоже было бы более чем достаточно. Ну, вот такое чудо. Значит, я считаю, что это у каждого должно быть, и это действительно, ну, плюс предотвращает развитие прыщей по причинам как раз поражения прохождения в поры бактерий. Ну вот понятно, да? Так, теперь озонатор мощнейший. 600 мг в час, по-моему, его, значит, генерация. Ну, там надежный механизм, фактически, как часовой бомбы и чистая механика. И вот, ну, 50 лет он должен проработать, я так полагаю. Его тестировали, гоняли несколько лет там. В общем, продаем мы уже его года 3-4. Так, значит, вот смотрите, да, есть наличие. Есть и маленькие. Также аквадоки, конечно, но это из старых. Генераторы для дыхания чистым, водородом, что, конечно, важно, у кого есть проблемы с легкими, ухудшение дыхания в связи с какими-то поражениями, тем же коронавирусом, или, скажем, у кого астмы, ну и так далее. Давайте откроем раздел приборы для воздуха. Значит, самоздрав, понятно для чего. Ионизатор, генератор аэроионов, правильно назвать, да, это, то есть, свободные электроны. Фактически, это как лампа люстра Чижевского в советское время была, только лучше и без, скажем, выхода каких-либо металлов при вот этих игольчатых стержнях, которые были в люстре Чижевского. А вот микроозонатор. Для чего? Для холодильников, для каких-то маленьких объемов. Он аккумуляторный, работает неделю подряд даже в холодильнике при плюс 3. 5 минут работает, 55 отдыхает, вот такой у него режим генерации. При этом уничтожаются вирусы, грибки, бактерии, холодильники дольше хранятся продукты, плесень не развивается и так далее. Да, вот она как раз. Чемоданчики, водородная СПА-капсула с озонированием. Ну, я просто советую зайти и посмотреть все ролики вот под этим товаром. Ну, давайте сейчас покажу. Я надеюсь, тут вставлены они. Особенно вот про вот эту вот японскую, еще старую технологию комбинации термальных ванн, нагрева тела при серьезнейших заболеваниях, даже онкологии, до определенных температур и вот применением СПА-капсул. Что еще здесь я вам хотел показать по меню? Значит, давайте сейчас посмотрим. Так. Обязательно посмотрите наборы для лечения. Значит, мы стараемся туда вставлять новые комбинации, чтобы удобно вам было ориентироваться. Нейтроники – это борьба с резонансным разрушительным воздействием от СВЧ и ВЧ излучения на клетку. Имейте это в виду, берите, у кого нет, обязательно. Там брошюра, подробно изучите эту информацию. Сода, слава богу, большие запасы, химически чистый, к сожалению, американский, потому что у нас в России не производят сейчас абсолютно чистую, химически чистую соду. Здесь же, опять-таки, вы можете понять, почему, как ведется добыча, вот технология описана, почему башкирская и крымская сода, вот эти заводы уже не работают по данному принципу, в том числе по старой советской технологии, по ГОСТу. Пожалуйста, можете изучить. Что касается продуктов пчеловодства, огромное количество с прополисом, уникальных мазей, кремов. Вот, кстати, маточное молочко, дегидрированное в капсулах, очень эффективное, там 70% КПД, скажем, от свежего остается, это очень много. Для ротовой полости, да, для носоглотки, вот сейчас особенно в маске можно брызгать, тогда инфекции в них не развиваются, и плюс, к тому же, дезинфекция от вирусов до минут 15-20 идет точно после применения одного брызга вот такого спрея. Посмотрите внимательно на все эти виды, скажем, товаров и изучить их свойства. Что еще здесь я хочу сказать? Корма для животных. Вот тоже нужно акцентировать, что сейчас теперь есть у нас корм для щенков, потому что все-таки там биохимия другая, быстрое более развитие, больше нужно жиров, белков. Вот корм для щенков специально разработан, больше года эта разработка была, теперь он доступен в продаже. Корм для собак номер 2. Можно изучить по составу, чем он отличается от нашего первого классического. Почитайте состав, пищевые какие добавки входят сюда, органического синтеза, вот характеристики. Ну и, соответственно, таблица приема, статьи, вот видеоролики посмотрите. Поэтому по каждому товару вот действуйте по аналогии, если вам этот товар будет интересен. Ну, соответственно, для кошек 2 вида корма, для собак 3 вида корма.
повернули, кстати, но это для Москвы и области только. Ясное дело, не будем другие города отправлять. Капуста квашеная вот в 10-литровых ведрах. Что касается, по сайту скажу, посмотрите, есть такой в правом верхнем углу раздел «Как заказать». Это кто еще новичок на нашем сайте не знает. Вот если вы делаете заказ впервые, нажимаете, смотрите маленькое видео. Если вы делаете последующие заказы, кто не умеет обращаться с компьютером, запутался, пожалуйста, смотрите это видео. Дальше. Здесь есть раздел «Вакансии», идем налево. О проекте, опт, можно перейти на мой канал в YouTube отсюда. Вот мой блог, youfrolov.blog, главный мой, скажем, сайт, ну вот он, да? Можете посмотреть, здесь тоже публикуются видео, в том числе те, которые не публикуются у меня на канале, которые я считаю важным с вами поделиться. Далее, идем, блог, значит, статьи, ремонт приборов, саженцы, семена. Ну, а здесь у нас идет что? Меню, где вы можете пролистать и посмотреть все разделы. Новинки, скидки акции, доставка и оплата. Можете посмотреть условия. Внимательно, как осуществляется доставка? Открывается ссылочка. Доставка курьером нашим по Москве и области. Пожалуйста, открывается, досконально все разъяснено. Доставка транспортными компаниями. Это СДЭК, ПЭК, Желдор Экспедиция, Почты России, МС. Да, вот, пожалуйста. Доставка США, Канаду, Европу. Но в данный момент проблемы из-за коронавируса, границы закрыты. И наш представитель, вот, кстати, на территории Украины, вот на территории Украины, пока не может принять наши товары. Но как сможет, сразу мы сделаем об этом видео. Ну и вот, собственно, дальше что идет? Самовывоз, если со склада нашего. Тут все расписано. Дальше. Оплата. Как осуществляется оплата? Вот подробно алгоритм. Варианты оплаты, пожалуйста, здесь. Как сделать заказ, если вы заказываете впервые? Опять-таки же, это видео для удобства здесь. Или вот повторный заказ. Вот так просто ориентироваться, на самом деле, у нас на сайте. Ну, инфопродукты у нас переходят. Если вы здесь наберете какой-то, вы перейдете на мой основной сайт youfrolov.blog. И здесь, посмотрите, я нажимаю мышкой, навожу просто пока, не нажимаю, на раздел «Мини» и «Инфопродукты». Две категории. Вот акции, это на наборы. Вот я навожу на инфопродукт. Видите, по здоровью можете нажать, попадете именно по здоровью. Все мои инфопродукты большие, глобальные. Чуть ниже по здоровью мини-инфопродукты, когда одна или две-три темы разбираются. По органическому земледелию особенно рекомендую номер 3, номер 4. По экостроительству номер 7 инфопродукт, уникальный просто. Но по выживанию тут есть, кстати, мой инфопродукт. Ну и вот можно так перейти, мини-инфопродукты, для удобства. И вот инструкции, варианты оплаты инфопродуктов. Там все в электронном виде, удаленно вам сразу приходят ссылки на скачивание. Все очень просто, но для тех, кто не понимает, есть даже инструкции. Ну а акции здесь, соответственно, где вы можете приобрести те или иные наборы. Посмотрите, если будет интересно, конечно. Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, наверное, все. Значит, ах, извините, я хочу еще показать новинки по... Почему-то сюда не включили по шоколаду. Ведь у нас есть шоколад «Голубика» 100 грамм. Его должны были вставить, но, по-моему, еще не выложили. Значит, вот имейте в виду, с голубикой, вот такой же, как апельсиновый, вы знаете, клубничный, есть сейчас. Есть также новое какао с малиной. Вот давайте я сейчас покажу. Вот горячий шоколад, наш классический вариант. А вот растворимый шоколадный напиток с малиной. Очень рекомендую попробовать. Ну, конечно, вещь уникальная. В вакуумной сушке, разумеется. Ну, опять-таки, наше вот это псевдо-кофе, капучино и так далее. Есть еще новинки. Вы просто заходите и смотрите. Периодически мы туда вкладываем. Вы просто не пропустите. Ну, бывает, что что-то забывают туда мои сотрудники положить. Так, поправим. Значит, соответственно, уведомим. И еще следите за рассылками. Вот на нашем сайте, в самом низу, есть такое поле. Подпишитесь на новости. Вводите свой e-mail, нажимаете кнопку «Подписаться», и вам на почту будут переходить уведомления о выходе наших каких-то товаров, продуктов и так далее. Самый верный вариант вот этот. Рекомендую так и сделать. Ну и ознакомьтесь с другими разделами, быть может, вас что-то заинтересует. Пока еще вот продукция Диалайф кое-какая есть в наличии, кстати, потому что ведь уже месяц-полтора-два не поставляются. Вот моя кровь, формула, вот этот день-ночь, имейте это в виду. Ну а еще из новинок есть прекрасный продукт. Это имбирь в шоколаде, дегидрированные кусочки имбиря цельного. В нашем шоколаде получается полезный продукт, обладающий противомикробными, противовирусными свойствами. Также хочу вам сказать, дорогие друзья, такой анонс сделать. Скоро будут у нас маски. Ситцевые трехслойные маски как раз защитные. Ну и будут уникальные с вкладышами из прополиса. Об этом я сделаю отдельные видео. К тому же следите, в новинках они обязательно появятся. И еще две уникальных линейки. Это Т8 серия. Об этом видео уже снято. И я говорил в ответах на вопросах часть 8 в конце, что это такое. Также говорил я про ИР-1-3, линейку препаратов моего одного товарища, партнера, знакомого, с которой я тоже вас немножечко кратко, поверхностно знакомил в ответах на вопросы. Части 8 в самом конце, посмотрите. Пожалуй, все. Это был экспромт. Ждите мои новые видео. Это просто просили люди про новые товары что-то рассказать. Быть может, я что-то упустил, быть может, но расскажу отдельно, дополнительно. Всего хорошего.